176. Еще вот так не сделал. Теперь сделал. Все, сделал. Поехали на зверя. Ну, свечка забавная. Рога, господи, рога. Е-рога. Это я понимаю, старт. Нормально. Ножницы, свечка и рога. SZM0VBFU. Даже вроде неплохой тирейд. Кстати, это уже тирейд полученный от свечки или нет в первом руме? Или тут еще нету прока тирейда? Да она вроде горит. Она вроде горит, но очень мало. Вроде прок есть, да? То есть сразу со старта есть прок. Забавно. То есть она дает сразу, да? 0.4 на пикапе дает. 0.4 что ли. Я, видимо, это не замечал. Здравствуй, Гамиоля. Вам добрый вечер. А, тирейд хорошо, конечно, но... Но все же, наверное, нет. Так, что-то сегодня опять фреймы нас покидают. Ах ты гнида. Ах ты гнида, ну ладно, зато... Забалансили. Забалансили, нормально. Бэтрип в боссов стил. Пойдет. Пойдет. Ну ты все еще гнида. Еще хп. БФФ. БФФ. БФФ на свечке уж ничего не делает, правильно? Наверное, ничего. Я никак не возьму. У меня нету ни бомб, ни денег, ни хера нету. Так уж, наверное, забей. Наверное, забей. А там еще большая рума есть, подожди, тролля. Зачем я большую руму заигнуть? Уйди в жопу, дай нормальный тринкет. При этом итоку. У нас и тирейта, и дамага много, потому что да. Потому что рофла старт. Здравствуй, Эдвард. Пока, Эдвард. Надо стараться по лицу не получать лишнего. Потому что свечка будет трясётаться. Я жив. Я живой. Привет, Гефест. Здравствуйте. Все, все хорошо. Все под контролем. Ситуация под контролем. Без паники. Крик косплей на гордиков. Возможно. Крик устрашения, чтобы они ко мне не подходили. Чтобы они шли в другую сторону. И вроде это сработало, что он пошел в другую сторону реально. А не на меня. Значит, все работает. Схема рабочая. Надо ей пользоваться.
Деньги немножко есть. Где голова? Потерялась. Временно. Ты за активки. Типа ножницы пропнули. Как же сливку ебошу с ножницами. Приятно. Ой-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Джаджмент. Джаджмент. Фига прикола. Но я думаю-то пока беру все на самом деле. Experimental pill. The world. Judgment. Ну, либо на сделку какую-то, либо, наверное, на какую-нибудь секретку, возможно. Нет, свечка в Conjoint не входит. Свечка это не оживленная дрянь. Тинтет, ну что-то я решил, что у меня секретка интереснее, потому что в теории могла быть бомба. Или тут есть бомба. Нету бомбы. Все еще нет бомбы. Господи, какое говно, ладно. Куплю хп. Типа, я думал, может, я пройду это в челлендж-руму. И там что-нибудь зафармим. Так, ну я думаю, скоро нам уже будет положен планетарий. По-доброму. Два скипа уже есть. Два скипа уже есть, поэтому... не, не надо, не надо, не надо мою свечку тушить. Вот и бесят мои свечки, твари. Моя свечка. Вот, кстати, планетарий ролить идея забавная, но мне кажется, нихера это не на роли, наверное. Да и там, по сути, ролить-то нечего. Чё там ролить? Там Queen Soldier, скорее, надо же ролить, а не Теру, я думаю. На зверя полезнее соло ролить, чем Теру, вот мне кажется. Потому что сол, типа, даёт DPS до конца рана, считай. На подъеме до конца рана получаешь неплохой такой плюс дэмэдж. Сильно больше, чем с Теры. Фарм даёт Тера, это тоже правда. Это, конечно, правда, но... Но сколько нужно фарму человеку? Нужно ли столько фарму? И она будет неплохой с виду. Тут, возможно, столько фармить и не нужно. Нет, свечка не тушит. Они только заряды тушат на активке. У них одна механика. В их жизни. Тушить активки. Пины. Пины! Пины. Все, сдохли пины. Вроде да. Ну-ка. Я как бы уже почти претендую на удачу, чуть-чуть ее не... Но у меня типа рок, поэтому мне удача в воде даже не нужна. Я снова выжил. Я снова выжил. Не знаю как, но я как-то выжил. Это было странно. Это было очень близко. Тотальная хрень.
Мне будто чат сдох. Мне так кажется, что мне чат сдох. И чат просто умер. Временно. А, не жив. Чат просто устал. Боты ушли на паузу. Ушли на перезагрузку. Логично. Тоже устали. Пейка. Это Найнчнелс, это Найнчнелс. Вроде ж так и написано, наверное, где-то, если написано. Так, нету планетария этого все еще. Чё-то грустно. Я так долго не люблю искать планетарий, честно говоря. Люблю, когда он быстрее прохает. Множество пока прикольно работает. Пока они какую-то пользу приносят. Как же мне байт эти твари? Ладно, давайте попробуем. Если ты быстро порулишь, то говно. О, ну типа да. Лёд. Это же бомбы нету, это был конжойнт. Так, мы снова почти конжуинт. Взял вчера Гератину и Трансценденс, насколько это же это максимально неудобная комбо. Да, там тушу не видно, только тень остается, по-моему. Неприятно. Но зато полет. Есть полет. Здравствуй, Тедди Кью. Ну-ка. Будет красный ключ. В этой руме. Тоже пригодится, возможно. Так, у меня вроде 7, да, хп или 6,5. Короче, нормально мне хп вроде. Пока что. Ну, кстати, без хорна это было бы печально. Это был бы 306 дамаг сейчас. Уже все-таки стар был хорош. В этом ране. Просто опять рам без дамага опять. Какие-то мемы. Грит. Нуп. Это, блин, это конжойнт и берсрайт. Фак. Фак. Я бы скорее взял бы, наверное, берсрайт, наверное, сначала. Все равно. Как-то брал трансценденс и интюдер, тоже весело было при получении урона. Наверное. Похоже на правду. Там тоже какие-то приколы, наверное, будут. Тоже спрайт сильно меняется у персонажа. Одной копейки не хватило. Фига вы рофлите. О! Это бесплатная сделка. Брать. Это брать. Это халява. Я думаю, еще конжойнт успеем собрать, поэтому. Мемы это интереснее.
Может, там выйдет мем хороший. Кто знает. Попробуем. Окей, мем вышел не сильно хороший. Даже, может быть, покегоу нужно выбрать. Покегоу дает дрим мужиков. Жестких. Ну ладно. Но где планетарий? Вопрос все еще открытый. Я уже кейс 2 заканчиваю, я все еще планетарий не видел. Я скипал все это румы. Вообще все. Абсолютно все. Его все еще нет. По-моему, давно такой удачи не было. В кавычках. Или может здесь? Может здесь. Планетарий — это выдумка. Возможно. Но Марс сам себя не найдет. Реально это и тут нету. Охереть. Уже будет 81%, да, сейчас будет. В дропсах. 81. Если и там не будет, то я вообще буду в шоке. И это будет шок. После 2 Автоверс Плюс сократился ночью. Не, я бы заметил, если бы это сделал. Это было бы более заметно. Мне кажется. Все же маловероятно. Окей, все, пошли отсюда. Дурацкий этаж. What? Я уже на фул хп, серьезно? Хуя. Это конжоинт. Ну, кстати, это я могу так взять. Мне пока не жалко. Сумма хп максимальная. Пускай остается. Пускай остается. Сделка прокает, да. Сделки нормально прокают. Неплохо. Видимо, это вместо планетария. Размен. Сегодня такой получился. Ау. Я первый раз потушил, да, свечку за 5 этажей, за 4 этажа. По-моему, первый раз. Паук. Так. Сука, темно. Очень темно. Это был я, паука не беру никогда. Ну какой хер он мне всрался. Зачем мне рандомное замедление комнаты? Привет, класс. Я не фанат такого говна. Боюсь пауков. Наверное. Возможно, из-за этого еще.
Я тебя уже вижу сегодня второй раз за день. Мистер Керстай. Не хочу. Вообще не хочу. О, нашли. Кадет-то, господи. Не прошло и полгода. Какая-то таблетка заманчивая. Ни одной побег не хватает, чтобы все это проверить. Комнату ебать. Correct orb. Вот чего нам не хватало-то не так давно. Теперь мы это нашли. О! Опять диод еще раз. Починил. Господи, вот красава. Все. Починили. Да, ставку одну уже вижу. Ну-ка, давайте, дети. Налетайте. Давайте все и проверим. Попробуйте F5. Вам, возможно, вернули казино. У меня крылья побелели. What the fuck. Какой странный спрайт персонажа стал. Окей. Мой Уранус, мой Уранус. Хороший, хороший айтем. Тык-тык. Тык-тык-тык. А, момент. Ставка, да, она обновляется раз в ран. После каждого рана ставки обнуляются. А, это лошадиный босс of Steel. Ну, кстати... Ну, давай, ладно. Почему нет? Только надо не забыть его взять с собой, наверное, да? Тут еще есть босс of Steel, нихуя себе. Часы? Да нет, тут, наверное, я оставлю книжку лучше. Книжка — это хилка, нахера мне... Часы. Тут уже ран-то почти закончился уже. Уже почти его конец. Где-то маг? Ну... С хорном немножко есть, но и то не очень множко. Без хорна вообще его нет, да. Просто как же он, блять, ускорен, охереть. Как же они его ускорили. О! Смешно. Ну хотя, кстати, это дамаг будет, наверное. Окей. Это... Это много дамага. Это плюс до хрена дамага. Ну во, куда я пошел? Таблетки. Плюс кровать еще не чекал. Тут Б3 по одни. Лошадиный бэттрип. Два хп въебало, но получил. Выгодно. Получилось выгодно. Ну-ка. Вышел реально стонкс. А тут можно ничего не фармить. Так, подожди. На самом деле бомбы... Надо аккуратно, мне еще нужна фулл карта. Нужна фулл карта. Ну, в принципе, я могу сделать вот так. Я нихуя не попал. Окей, тут можно не взрывать. Где там, блядь, там зеркало? Ах ты мразь, там зеркало. А была бомба в магазе? Может, там была бомба в магазе? Тогда я смогу это взорвать. Возможно. Мне нужна бомба в магазе. Бомба в магазе есть, окей. А, и фулл карта есть, заебись. Все, тогда забей хрен. Тогда забыли. Тогда мне больше бомба не нужна на Депс 2. Все четко. Все четко. Взорвать. Изард. Амнезия.
Понимаю. Ну ладно, то есть ничего не получил. То есть ничего интересного не дали. Ну ладно. Ну, в принципе, 8 дамаг. В принципе, мы сделали просто x2 дамаг. С ПХД. Плохо ли это? Наверное, неплохо. Наверное, нормально. Наверное, весьма неплохо получилось по итогу. И опять, сука, Darkness. И опять кровать. What the fuck? Еще и кровать опять. Прикол. I don't like spider item. I'm not a fan of like random slowdowns in room. Like it's mostly like make things worse for me. So I almost never take like spider bite, like things like that. Like nightlight, sensor. What else? But for me only stopwatch exists. Вроде орб не открывает челлендж руму. Хотя я мог и не увидеть, но по-моему мы что-то проверяли, но просто не открывая челлендж рум. Открыла челлендж рум, серьезно, орбом? По-твоему? Нет, давайте без вот... По-твоему, по-моему. Давайте факты. Мы тут только с фактами работаем. Потому что в прошлый раз мне Дюк сказал, что он откроет, оно не открыло. Это я точно помню. Меня Дюк тогда подставил. На ХП. Я могу это поф... Не, не могу это пофармить. What? Слишком, блядь, темно. Не, я думаю, на ЕСА в лайве будет сложно такой ран намашнить. Там все-таки же вроде офлайн ивент. Редкие. Что-то бомб вообще не осталось, да? Дай бомбу. О! Нет. Не дали. Пес. Еще на магаз деньги нужны. Там можно будет грить, правда? Нет, не Мулиган, это как его. Фаревалон, там было два заряженных ключа. Че, псих? В смысле, два заряженных ключа. Больной ублюдок. Даже вообще на это не отреагировал. Так, подождите, а так а в чем был мем? Зачем он это сделал? Я, по-моему, с утра что-то не очень понял. В чем был мем? Уже мем какой-то очень сильный мем.
Мем ради мема. Типа он же понимал, что типа, ну это. Что чем это скорее всего закончится. Как-то непонятный мем. Какой-то очень-очень жесткий мем, по-моему. Что мне кажется, этот мем этот, по-моему, никто не оценит в таком виде. Это очень, по-моему, сложно. Ну вот уже в том-то дело, что уже, по-моему, не оценили. Нет, мемы это страшно. Мемить надо аккуратно. Фига. Какой редкий айтем. Так. Было в магазине. А, что конжоинт нож. Кривожопый трипл нож. Окей. Была бомба. Так, и есть варианты. Есть варианты взорвать пилюли, взорвать секретки. Ну, на пилюли взорву. ГТК заебал, решил уйти. Но просто беда в том, что он может так везде уйти. Там же они все, по-моему, могут это говно подхватить же. Опять же, мем очень сильный. Мем очень advanced мем. Типа на том же ESA могут тоже, это, по-моему, наверное, могут не оценить с тем же успехом. Хер кому что-то там объяснишь, что это был такой мем. Кто сделал, долго объяснять. А может он, кстати, ссылку скинуть на новость, там расписано. Ну типа там, короче, фейковый VR сделал мека на GTK, прямо на этом. На стриме, ну, во время рано. Опа. Удобно. Так, не так, так нельзя, нет. Это ж лайф-ивент. Типа ты должен прийти, ну или там просто там офлайн, типа сесть и хуярить игру. То есть наоборот, он онлайн. Так немножко нельзя делать. Подожди, а по итогу это типа он сам про это сказал, или типа кто-то его раскусил так? Или кто в итоге, кстати, первый про это сказал? Или он сам решил типа про это сказать всем? Типа у него там сплай стран. Много спойли, сам признался. Ну-ка. Ну, короче, жесткие мемы, конечно. Жестковатенькие. Spent it. It's gone. Just get over it. It's gone. How can you have spent our savings? Hello, Black Fox. Так, мы скипали очень много этом рум. Очень сильно много этом рум. Но не здесь. I've never seen white demon with wings and Isaac. Yeah, it's a... Uranus, I guess. Messed up the color. He's self-destructive and disturbed just like his father. It's the first time for me as well. Look at who he has to look up to.
Shut up, Maggie! Shut up! Just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave! We'll be fine without you. Abandon us. Abandon yourself. Так, а это Мрума. Помогло, да никак бы это не помогло, наверное. В том-то и дело, что типа. Это только просто ему сейчас будет хуже от этого. Ну, в теории. Типа им будет похуй абсолютно. Скорее всего. И, типа, ну было и было. Типа, они же в этом все равно, типа, ну. Не виноваты, то, что так произошло. И, типа, там основная аудитория похуй на это абсолютно, по-моему. Ну что там происходит вообще с этим ГДК? Собирает бабки, собирает. С года в год. ГДК, по-моему, давно уже какой-то стало дико унылой помойкой, по-моему. Я уже ГДК вообще уже почти уже не смотрю, уже после Мигура 2, наверное. С не больше. Я помню, когда я так шел, по-моему, последний раз смотрел ГДК, наверное. Типа так, день через день хотя бы смотрел его. Открывал хотя бы. Тоже был какой-то был 20-й год, по-моему, 20-й год был. Который зимний ГДК был в январе. Там был Айзек. Привет, Йогурт. Сердечко. Спасибо. Господи, что за этажи вообще такие огромные? Ну-ка. Еще две там румаем. В смысле, как ни одной двери? Где двери? Двери украли. Мало это для зверя, это нормально, по-моему. Тут одно ПХД сделало, по-моему, половину дамага, по сути. Опять кошки, по-моему, ужаса снятся. Кошка. Ты чё дергаешься, кошка? Теперь пищит. Разбудил, скажу, ублюдок. Спала, никого не трогала. Нет, тут не бывает лута среды. Даже обычных нет. Только босс Рума и... А этом Рума есть. И стартовая Рума, очевидно. Стартовая Рума, а этом Рума и босс Рума. Больше ничего нету. Так, там не потребся, подождите. Кошка не рекламирует, случайно кормит. Похоже, да. Нет, нет. Просто такой раз популярный. Сделку на диск, причем не сделка, а эрорум, это, наверное, имеешь в виду. Синкинс. Этому руму, да, найти можно. Ой, не этому руму, господи, эра руму. Все, я уже с ума нахуй схожу. А, прощай, завтрак. Сделку.
А, спешл руму, я понял, ты про красную руму со сделкой, да, там можно. Там можно найти что угодно, там и магаз можно, и этого руму найти лишнее. Короче, что угодно, но ты не можешь найти ультрасекрет. Этого вроде нету. Вроде как. А сделка, да. Это просто красная рума, спешл рума, и все. Обычное явление с красной румой. Там какая угодно может быть рума. И обычная, и спешл, и всякое разное. Такое есть. Пса взял, но... Чтоб мне потом его не выдавали. Вдруг это сработает. Налог на пса. Заплачу. Господи, что за этаж? Фух, улетели. Конец-то. На СХП. Тринкет. Рыбья башка. Ну, окей. Пускай будет так. Для Серафима мне. Нормально. Неплохой DPS. Все. Пес пошел чилить в лавку. В лавке. What the fuck? А че его так нахуй сносит? Кто его так заносит? Что это за говно? Я сейчас чекну. Да! Всем спасибо. Спасибо, спасибо. Нажать. Извиняюсь. Никак уже не успевал. На. На еще. Блять, он прям подменяется. Это ласт? На самом деле, наверное, да. Я еще хотел сегодня НФС запустить, поэтому, наверное, да. Конечно, мало, 4 рана. Плохо, ну чё, чё сделаешь? Стареем. Что-то поесть надо еще. Но у микро, может, даже с микрофона я пораньше, может, сегодня запущу. После Гошарана, может, сегодня быть, потому что надо, чтобы ран был нормальный, хотя бы на старте более-менее. Мы его поехали. Посмотрим. Давай вот без этого говна, а? Мистер Дист. Зачем? Зачем? Зачем мы идем на второй круг? Не хочу на второй круг. Давай уже разворот. Во, молодец. Развернулись. Развернулись. Развернулись.
ГГ. Семьдесят шесть.